На территории Ленинского городского округа работают центральный и несколько дополнительных офисов «Мои документы». За прошедший год жителям муниципалитета было оказано более 500 тысяч услуг. При этом всего 220 специалистов несут ответственность за качественное выполнение запросов. Колоссальный объем работы, который с каждым годом, я так понимаю, увеличивается. Люди ценят вашу работу. И, конечно, мы будем все делать, чтобы поддерживать и статус работника. За добросовестный труд и высокий профессионализм глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов наградил почетными грамотами и благодарностями самых лучших специалистов. Мы вас поздравляем, чтобы у вас дома все хорошо было, уют, спокойствие. Ну и чтобы, конечно, нагрузка снижалась, это наша задача, но тем не менее, чтобы нагрузка снижалась, чтобы как можно больше времени на дом, на родных, на близких. Слова благодарности за эффективную работу и плодотворное сотрудничество прозвучали от Совета депутатов Ленинского городского округа. Благодарности получили руководители, ведущие специалисты, консультанты офисов «Мои документы». Мы будем взаимодействовать. С нашей стороны будет всяческая помощь вашему руководству, ну, естественно, и вам, в части того, чтобы мы только улучшались и наше население получало качественную услугу. Муниципалитет активно развивается. Рассматриваются вопросы по дальнейшему расширению штата и увеличению центров предоставления государственных и муниципальных услуг. А вот памятное фото с головой будет точно украшать центральный офис на улице Школьной. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.